Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. Помните, как в Будокошелевском районе кто-то разгромил местный парк? Стали известны подробности. Оказалось, что это дело рук местного жителя, который решил таким образом выплеснуть свою злость после семейного скандала. Всего пострадало 5 скамеек, где-то были сломаны доски, другие и вовсе вырваны, досталось и забору. После этого парень совсем разошелся, разбил стекло в «Жигулях» и повредил пассажирскую дверь. Парня нашли, возбуждены уголовные дела. Google выпустит самый дешевый в мире смартфон. Его стоимость базовой комплектации составит всего лишь $60. По своим характеристикам это вполне хорошая звонилка, тем более для таких денег. Целевая аудитория – рынок Индии. Продажи новинки стартуют уже 11 ноября. Ученые впервые опубликовали фото дельта штамма коронавируса. Фото опубликовал российский исследовательский центр «Вектор». Для этого вирус вырастили искусственно на клетках эпителия почки африканской зеленой мартышки. Фото сделано на камеру электронного микроскопа.